Начинаем выпуск с прогноза погоды. Синоптики сообщают, что неделя будет непростая. Средняя полоса России, в том числе и Подмосковья, попадает в зону температурной пилы. Этот термин означает сильные температурные перепады. Завтра, к примеру, плюс 22 градуса и дождь, а в выходные опять 30-градусная жара. Таковы прогнозы метеорологов, а мы продолжаем.